Всем привет! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель от компании HM, модель под номером 72173. Это модель у нас MiG-25RB. Красивый красочный боксарт. Наш под боксартом коробка с плотным картоном. С этими цветниками. Конструкция. И наши две детали. Декали, то есть это у нас основные декали выполнены на новой бумаге, проблем с приклейкой не будет. И вторая у нас получается декаль, это у нас технические надписи. Обалдеваю сюда на людьми, которые собирают реактивную авиацию, потому что там огромное количество вот технических надписей, это конечно очень интересно смотрится. Давайте дальше. Краски, которые предлагает компания нам для окраски, и инструкция. Так, здесь у нас показаны сами ледники красным, детали, которые не используются при сборке. Инструкция подробная, каждый шаг описан очень подробно, поэтому каких-либо проблем не доставит вам. Далее. Окончательный вид. Технические надписи и варианты краски. У нас здесь 4 варианта. Это у нас Каир Уэст Май 74 СССР. Конец 70-х. Дальше ОАО ОАР 71-72 и Ирак 1980-е годы. Ну и непосредственно сам пакетик. Достаточно большое количество цветов. Посмотрим. Сымитированная расшивка, клепка. Расшивка четкая, глубокая, поэтому не возникнет с ней никаких проблем. Если бы дефектов не обнаружено. Дальше следующее. Расшивка, клепка, толкатель на внутренних частях. Каких-либо дефектов не обнаружено. Дальше следующее. На данном леднике присутствует большое количество мелких деталей. Хотел бы обратить внимание на их качество, что все качественно пролито. Далее шасси у нас даны из половинок и очень высокого качества проливки. Это очень радует. Каких-либо дефектов не обнаружено. Далее два ледника абсолютно одинаковых. У нас вооружение. Точно так же проливка вся отличная, каких-либо дефектов не обнаружено. Дальше еще один ледник. Тут у нас, так понимаю, носовая часть, то есть все сделано хорошо, расшивка пролита замечательно. Так. Толкатели на внутренних частях, каких-либо дефектов не обнаружено. Так, здесь у нас клепка, расшивка. Как я говорил, что клепка и расшивка довольно-таки глубокие, что не составит каких-либо проблем, не доставит при сборке. Поверхности с ребрами какими-то. Не знаю, что это за покрытие. В реактивах не силен. Все. Также здесь все замечательно. И остекление. Остекление у компании HM мне очень нравится. Я это делаю. Так. При сборке хочу обратить внимание на внутренние части самолета.
собирайте их хорошо, потому что через остекление будет прекрасно видно всю кабину. Все, на этом завершим наш обзор. Если вы собираете реактивную авиацию, если вы просто собираете авиацию в 72-м масштабе, то эта модель обязательно должна быть у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.